Всем привет! В этой серии покажу, как я буду пилить коленвалы и что из этого получится. Ну, дай бог, чтобы у нас эти коленвалы разлетелись и собрались в один в тот, который нам нужен. Погнали! Это коленвал Ветвина, это коленвал Оппозита. Нам нужно получить оппозитный коленвал вот с этими цапфами. Для того, чтобы газораспределение у нас совпадало со звездами этих голов. Поэтому сейчас вот это все стачиваем и перецапфовываем отсюда сюда. Так это нужно сделать. Не знаю, как это получится, но окунаемся в бой. Вот. Резец был. Поставил резец эльборный. Эльбор вроде работает он. Было немного не по центру. Просто обрезал и переварил его аргоном. Ну, на этом станке сейчас сделаю так, чтобы губки не били. Проточу их и буду пробовать здесь. Вот. С этими порами попробую все сделать. Так, ну сейчас попробуем полторы по две суточки протачивать сначала вперед. Так, ну вот, передняя часть коленвала обрезана. Обрезана она была болгаркой во вращении, потом эльбором. Это все было просто пройдено и все. Эта часть тоже задняя коленвала была обрезана болгаркой, потом прошелся я эльборчиком. Пиения нету, по центру все проверено. Теперь сюда мы заштифтуем. Все это делается вот на таком станке. Я думаю, все получится. Теперь мы взяли вот такой коленвал. Это убитый коленвал. БРПшный. Взяли вот такой коленвал, обрезали там шейки две, чтобы сохранить газораспределение. Это с хорошего основа коленвала. Здесь сошлифована, эта звездочка нам не нужна на привод маслонасоса. Она сошлифована, я ее сейчас почищу эльбором и все. Это тоже тут маленько пропилили, чтобы проще было точить. Сейчас точу и зацапфовываем их, ввариваем в конце и делаем коленвал. Попробуем. Так, этот коленвал был вот такой. Вот такой. Эти детали, нос коленвала. Задняя часть были обрезаны, эльбором отторцованы, центрованы. И сейчас, так, забыл снять. Вот они, резцы, уже все тут, алмаза нету. Вот, точилось все ими, показывать не буду. Ничего тут сверхъестественного нету. Это шейка, вот от такого же коленвала. Вот она. Почему здесь часть осталась? Так как его нужно будет приварить, эту цапфу. Ну и
у нас должна сохраняться центровка. Приварена она, вернее, проточена она плотно для того, чтобы можно было поймать фазы газораспределения, чтобы в дальнейшем у нас мотор не чихал, не плакал. И примерно проверяем. Вот здесь у нас от центра, от центра шейки до центра звездочки, ну, примерно где-то 71. Ну как, здесь у нас от центра звездочки до центра, ну, я не знаю, как показать, все, наверное, вам не видно будет, но я вижу, что здесь центра сохранились. Этот коленвал пробный, на нем двигатель будет запущен и обкатан, я не знаю, ну, то есть это тестовый коленвал, поэтому можно было любой взять оппозитный коленвал. Это уже на варку готово. Потом это все дело на колесном стенде, но придется, наверное, сварить другой, этого не хватает, сварить другой, чтобы был прям по шейкам, и тут же он отбалансируется, ну и центра проверится. Если не в центрах, то там подобьем при сварке. То есть ничего страшного там нет. Нам, ну, о, уже почти завелся. Работает. Ну, этот коленвал одношеечный от Ветвина, ротоксовский. Этот коленвал будет более сбалансированный, потому что он двухшеечный, у него развесовка все-таки она симметричная. Теперь в заднюю часть коленвала нужно будет проточить и на варку сделать вот эту цапфу. Ну и в принципе коленвал будет примерно готов. Здесь у нас посмотрим, должно получиться. Ну вот, вот эту цапфу я точил. Кучу эльборов поломал. Тут, наверное, видно. Вот эта часть прокаленная. Вообще практически не обрабатывается. Вот это уже более-менее. Материал похож на 40Х. Вот эта часть еще обрабатывается. Вот это вообще никак. То есть здесь мне придется вот эту цапфу еще грызть 3 дня. Да, кстати, по шестеренкам. Вот эта шестеренка нам уже не нужна. Вот эта первая, это цепь. Это привод цепи ГРМ, а это привод маслонасоса. Маслонасос у нас будет стоять другой, поэтому мы ее просто сошлифовали. Теперь ее проточим эльборчиком и все. Ну, это заготовка на проточку. Ну, в общем-то, все. Сейчас проварим. Проварим, наверное. Закрепил я цапфу. Подтянул ее. Сейчас я ее проварю. А там посмотрим, что дальше делать. Первую цапфу покажи вот снизу. Она проварено и уже отцентровано. Сейчас нужно то же самое сделать с передней. Я не знаю, у меня привычка на слух аргон. Проверять. Так, ну вот смотрите, по даже сотки нет, даже пол сотки нет биения.
Ну так можно добиться. Сварочный шов я обработал. Вот он, сварочный шов. Он обработанный. Уж что-что, а ураловские коленвалы варить мы научились. Вот эта компания. Так что коленвал готов. Даже полсоточки нет. Сейчас переустановим. Но шейки тоже не видно, что бьют. Но сейчас мы переустановим шейки. Ну вот шейка. Ну примерно сотка. Да, сотка. Ну вот такое биение при сварке. Так, коленвал получился из центральной части. И вот я удалил с этого коленвала. Он был вот такой. Все, удаляем. И вот этот коленвал ветвинный, обрезаны были, ну, концы, и сюда заштифтованы, заварены. Не заштифтованы, вернее, а ну, почти запрессованы. Сохранены фазы газораспределения по относительно шеек, так же, как и на том вале. Ну, в общем-то, ничего сложного. Ну, попробую покрутить. На станке после сварки, после обработки сварки, здесь показала полсотки, а шейка на самом валу полсотки, а шейка показала вот это и это по одной сотке. Ну то есть это в пределах допустимо. Я думаю, даже если перешлифовать, лучше не будет, потому что там погрешность все равно будет. Так что в принципе вал готов. Вот эту часть еще придется перетачивать, чтобы здесь какую-то посадку придумывать, не знаю. Эту перетачивать не будем, потому что здесь будет генератор. Генератор заберем с БРП-шного мотора. Ну, в общем-то, вот коленвал у нас готов. В следующей серии покажу вам. Так, этот коленвал мы теперь выкидываем. В следующей серии будем заниматься цилиндрами. Их нужно будет увеличить. Вот из D16T выточим увеличители, потому что ход у нас увеличился. Ход у нас 73 будет. А, нет, 60 там с копейками, не помню. Даже там не 60, что-то там вообще там 58, что ли. Не помню. Эти гильзы выдерем отсюда. Размер нам маленький этот. Поставим увеличители гильз. Ну то есть цилиндры практически тоже будем делать свои. Так, вот такие дизельные гильзы. Ну, Тайвань, ничего не поделаешь. Это на 90-96 гильзы. Будем запрессовывать их. Ну, естественно, обрезать. Но они будут примерно вот такими. Объем будет 1100 кубов. Очень хорошо, что они с полками, если видно. Вот эти полки. Это очень здорово. Редко, когда гильзы делают вот с этими полками. Здесь-то мы шлифуем. Но полку можно будет прямо сюда посадить. Проточить и прямо уронить ее. Полка — это очень здорово. Сейчас в основном гильзы идут просто цилиндр. Вот, что верх, что низ одинаковые. Мы нашли себе гильзы с полками. Это очень здорово. Ну вот, в следующей серии покажем вам, как собираем гильзы. Шатунные подшипники. Да, не эти пойдут, но выписали новые. И коренные, и вкладыши, и шатунные. И нужно будет перевтулить вот эти бронзовые втулки.
так как этот палец нам уже не подойдет. Ну и потихонечку собираем двигатель. Ну а коленвал получился на редкость хорошим, даже сам не ожидал, думал, что будет хуже, но Бог нам в помощь. Так, ну по индикатору здесь сотка, здесь 0,5, ну даже полсотки нет. Ну это нормально для того коленвала, который нам нужен на запуск двигателя. Это отлично. Я не думаю, что вареный коленвал можно сделать лучше.